Здравствуйте, меня зовут Юрий Олешников, я профессиональный исполнитель на классической гитаре, и сегодня мы будем делать обзорку гитары Альгамбра модель 4P. Альгамбра модель 4P. Верхняя дека выполнена из кедра. Вот у нас там лейбл Альгамбра. Накладка из черного дерева. Механика студенческая. Нижняя дека и обечайка выполнены из ламината палисандра. Гриф достаточно удобный. Высота струн тоже низкая, но при этом струны не трещат. Послушаем гитару в разных регистрах, используя гамму по хроматизму. Определить длину звука басовой струны шестой ми. Сначала извлечем звук рядом с розеткой. Теперь послушаем у подставки. Достаточно разный тембр, что позволит нам больше красок добавить в исполнение. Так, также нам нужно послушать, как будет звучать тиранда, апаянда. Сначала тиранда. Так, теперь апаянда. Послушаем гитару в разных регистрах. Thank you.
сегодняшнюю обзорку мы делаем на струнах Savare Alliance Contigo жесткого натяжения. Мне понравилось в этой гитаре удобство грифа, потому что на нем достаточно удобно прижимать, можно выполнять приемы характерные для гитары. Эта гитара подойдет учащимся музыкальных школ и людям, музицирующих в домашних условиях. Только она обладает приятным насыщенным тембром, именно из-за того, что она сделана уже из палисандра. Несмотря на то, что это ламинат, он красиво несет звук.